Отлично. Давай, мочи его пулемет. На! Это, блин, на таком расстоянии большом убивает. Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фрэнка, Угабуга, Гусанёк, FM-Zoom, Пингвину, Заварно Кофе, Гав. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет! Гав! Здравствуйте! Однако всем здравствуйте! Ребята, сегодня будем убегать от жесткого Nexbot'а NPC, паровозик Томас. Это паровоз, который превращается в здоровенного паука и будет нас мочить. Ну и посмотрим, кто будет нас мочить. Мы его будем мочить или он нас? И спите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Если будет очень легко, я, ребята, поставлю два таких штуки. Не забываем подписываться, ставить лайкосики и написать классный комментарий, который попадает в начале ролика. Погнал. Давайте вообще его рассмотрим для начала, пока они его еще не замочили. Он просто какой-то гигантский. Че у него такая жопа, как у муравья? Убивай, кстати, на очень большом расстоянии. Будьте внимательны. Я еще одного случайно поставил. Наверное, не случайно. Вот это жестко, вот это жестко. Ладно, давайте сначала мы одного убьем. Если легко убьет, тогда уже поставлю много. Так, надо отойти подальше. Поехала! На спауне стоит, зараза, и гасится. Вы видели, как он залазит сразу на крышу? Это как он так делает? Да как он так мочит на таком расстоянии? Надо валить, надо валить. Это, ребята, это новая карта Gem Construct. Прикольно сделано, как в пустыне такой. А так на один в один похоже. Чё, пацаны, убивает нормально? Я буду здесь стоять, сдалека его мочить. Так, ну что могу сказать? Ну, жесткий, да. Ну, как вы думаете, мы сможем его убить? Ну, ребят, мы проверяли. Его можно убить, только админским пистолетом. Дима, давай. Залез. Монеткой. Все, убился. Так, короче, монеткой мы его мочить не будем, это я просто проверил. Да. Получается, смотрите, монетка выносит 7000 жизней. И где-то 7000 мы до этого вынесли. Около 15-20 тысяч жизней у него. Это не так уж и много. О, знаете, что я сейчас проверю? А можно него вообще вселиться в него или нет? Поехал, поехал. Ой-ой-ой, хорош. Так, ну сейчас попробуем. Можно вселиться в него? А, нет, процесс это... Да. А, ну чё, давайте. Давай, этот, кто меня убьет, тот и будет следующим паровозиком Томасом. Погнали. Вот это мощь. Офигеть, он классный, ребята. О, мне кажется, управлять даже поярче им будет. А я чё, могу просто на вас наступать, и вы умираете? Ой, а где я? А где... Вот это он классно ползает. Он закулисит. Ну, за кулисье, это точно. Ой, на расстоянии хорош бьет. Вообще отлично, ребята. За паровозика Томаса вообще классно играть. Так, кстати, жизни я не вижу, сколько у меня отображается, поэтому я не знаю реально, сколько физически у меня жизни. Я могу на большом расстоянии убивать? Нет, только в прикирку. Я очень быстрый, очень. На! Прям кишки вылазят у него. Так, кто меня там вообще умочит? Где этот пулеметатист? Надо валить, надо валить. О, вижу жертву, прощай. Повезло, повезло. До этого момента. Стоять! Я говорю, стоять! Да блин, смотрите, он когда бьет, у него... Вы чем там стреляете по мне? Откуда вы это оружие взяли? Отвали, морда! Ребят, если кого-то убьют... Все, ребята, я убежал. Я убежал. Ого, у него дым идет с глушителя, с выхлопнухи. Он такие звуки классные издает. Стоять! А вот... Ой-ой... Эй, я застрял! Я застрял, помогите! Ну все, мочите его быстрее! Да нет, нет, вылази!
А, вытащите меня. О, спасибо, спасибо. Предатель. Я не предатель, я справедливый. Он просто справедливый. Совершенно молодец. Совершенно молодец. Вот это не строчат. Слышь ты. Я буду... Пулеметалист. Неплохо, неплохо. Такие прям, знаете, штукатурка отлетает от стен. Ого, мы же говорили, что читерское оружие брать не будем. Вы что делаете? Ну так это не читерское, это просто... О, стоять. Сейчас мы проверим, насколько у тебя мощная машина. О, как он отлетел. На, косожоп. Я иду мстить тебе за то, что... Офигеть, я могу сквозь стены пролазить? Что это? А, я упал за карту! Так где? Что это было? Вы видели? Вы видите на записи, это было прикольно. А чё машина исчезает, когда ее дамажу? Вы чё там расположились? Ну всё, Дима, баним тебя. На! А на правую кнопку мыши? О, на правую кнопку мыши я могу лапами бить. А вот это мне уже нравится. Стоять! Эх ты, зараза. А, вижу, вижу. Ой-ой-ой, это что-то у меня жизни многовато, у меня такое ощущение. На. О, убил. Все, FM Zoom, теперь ты бери паровозика Томаса, мы тебя будем мочить. Стоять! Я вспомнил. Ого, мне прям повылазило там что-то с одного места. Неплохо, неплохо мы его мочим. Ничего, ничего, так бывает, когда дамажишь, он как-то застревает. Так, а, меня убил свой. Хорошо, пацаны. Обстоятельства. Вот что-то строчат. Это, знаете, монстр напал на людей, мы должны защитить планету. Давай, давай, давай. Да нифига себе, он как-то так легко залазит на стены. Мочим, мочим, потихонечку убиваем его. Оно жизни в любом случае выносится. На секунду так тихо стало. Тогда. Так, давайте мы тоже возьмем, наверное, какой-то пулеметик себе. Где он у нас тут? Так, 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 где. Вот, 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 вот. Сейчас мы, ребята, сделаем. Ну что, и моя очередь помочить его. Стоять! О, вот это звук пулемета, ДБЛы прям. Перезаряжаемся. Сейчас мы его убьем. Убьем, убьем, по-любому, пацаны. Мы ж сильные. Давай, тварь, покажи, на что ты способен. У него хитбокс еле-еле достигает. Да? Да. Я вот попадаю, прям вижу, как я попадаю по нему. Разрывные пули. Вы видите, четко попадаю? Довольно-таки хорошо дамажит мой пулемет. До этого момента. Неплохо, неплохо. А, чё? Во, 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 вот это мощь, ребята. Двоих убил. Да? Хорошо, Гати. Прекрасно. Сейчас мы его снимем. Вот этот пулемет прям вообще титерский. Хе-хе, жопу прострелил тебе. Вот, а! Да что ж вы делаете? Даже свой наполовину. Ой, пулемет упал. Надо валить. А, у него долбили его. А, да, смотри, он еще дышит. Так, сейчас мы Во! Давайте проверим этот пулеметик. А ну-ка, я могу прицелиться? Во! Где он теперь? Вот он. А, это пушка. Пушку мы не будем ставить, потому что я его с одного выстрела убью сразу. Куда? Что у нас тут еще есть? Я же за кулисье упал. Я знаю, ты можешь выбраться, ты просто иди, оно выйдет в итоге. Да, да, да. Так, сейчас. Ой, сам по себе стреляю, это я умный. Сейчас он выйдет, пацаны. Там если ходить, он как-то выходит. Так, раз у него вторая жизнь, я буду его мочить с пушки. Ну что, ты готов умереть мгновенно? Ой, нет, точнее. Ой, ой-ой-ой, пушка убил! А я поддался пушке. Ой, да куда я опять провалился? Опять? Ну не ходи, возле стен, не будешь проваливаться. А, не, я не провалился. О, нет. Я знаю, пушка, которая его быстро убьет. Ребята, вот. А вот теперь, пошел, щенок. Ой, как взлагал.
Смотрите, сейчас я его вынесу. Это читерская пушка, она просто нереально мощная. Так, я свой ход тогда отдаю гусеньку. Да, я убил, но я хочу, чтобы ты поиграл за него. Все, теперь, пацаны, мы не будем пулеметы использовать, чтобы мы его быстро не вынесли. Не, пулеметы можно, только такие слабые, мощные не надо. А кто меня убил? Я просто не заметил. Дима, а такое можно? Это тоже мощный, это ПВО мощный очень. Ой, знаете, как я буду сейчас чего его гасить? Буду с миномета. Ну что, ты готов, гусанек? Да. Полетело. Сейчас, попаду, сейчас. Ой-ой-ой, оно что такое меткое? Ой, хорош попал, прям метко вообще. А чё не превращается в паука? Первым превращается. Во, всё, ребята, пошло. Ну чё, гусанёк, теперь твоя очередь погибнет. Мы тебя быстро убьём, не переживай. Опять меня замочил жестко. Вот это Гася. Надо валить, потому что он сейчас всех тут просто дремочит, это псих с пулемета. Да ё-моё. Давай дальше. Давайте попробуем его без пулемета, а чисто пушками с рук убить. Вот честно, для интереса сможем или нет? Пулеметы очень читерские, это как-то. Такое стрельбище, никто не слышит меня. Просто, что он с этой стороны зайдёт. Блин. Отлично, отлично. Давай, мочи его пулемет. На. Расстояние большом убивает. Мне кажется, с пистолетика его мочить, это, знаете, так очень просто. Неплохо, неплохо пошел. Надо валить быстрее. О, смотрите, они забаррикадировались. И я убежал. Вот он. Не может сюда попасть, пацаны, вот он. Наверху, мочите его. Офигеть, такая тень от него дебела. Надо валить. Ага, глотец. Мы тебя за это замочим. О, давайте арбалет все-таки, знаете, сразу по 100 хп выносит, может даже больше. Каких-то 100 выстрелов, и я его убью. Не может попасть сюда. Поверь, они тоже по тебе не могут попадать оттуда. Эй, ты что там делаешь? Я читер. Я сейчас помогу, чтобы он не читерил, не переживай. Где мой РПГ? О, все. Я попал. Давай, метка попадания. Есть! Прям в брюхо попал. Летит. Есть, четкое попадание. Я вспомнил, мне надо валить. А я знаю, как его по 1000 можно снести. Как? Берешь пушку, которая стреляет с шариками. Кстати, ты прав. АР-2. Во, отлично. Отскакивает шары, значит... ну это хорошо, я попадал до этого момента. Прям прекрасно. Давай. Мы должны этого босса убить. Ну что? Сгорел. Ребята, такая вакханалия жесткая. Убили? Отлично. О, последний тест, ребята, сейчас мы его взорвем. Вот у нас один есть паровозик и второй. Сейчас я поставлю у них бомбу здесь небольшую. Ядерную не буду взрывать, сначала обычную взорвем. Посмотрим, взорвутся они или нет. Вот такую вот. Так, все, отходите. Бум, вот это взрыв. Целая? Целый, да. Целый, хорошо. Мощнее бомба пошла у нас. Нет. Только не может. Это ядерная, ребята. Целые? Целый. Да вы что, издеваетесь, паровозы? Давай, Гретвич. Ты думаешь? Давай несколько. Я знаю, какую ты имеешь в виду. СЦ-1000, да, которая? Да. Давайте две бомбы кину и проверим, две бомбы их убьет или нет. Все, погнало. 3, 2, 1, 0. Взрыв. Ой, красиво. Умер. Один жив. Один жив? Какой, паук жив или обычный? Нет, этот. Паук. Паук жив. Дима, я выжил за то, что танцевал. Побольше кинем. Добивай его, Дима. Да, полетело. 3, 2, 1. Бум, все, убили. Убили.
Короче, ядерные взрывы они не боятся, только с Гринвича. Если вам понравилась эта серия и эта классная рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.